Приветствую вас на канале Восторг. Сегодня 19 октября. Я выбираю вторую часть компостника, компоста своего, и хочу тем временем ответить на некоторые вопросы, которые вас волнуют, и вы мне их очень часто задаете по поводу компостника и червей, как этот процесс весь происходит, как они здесь живут. Например, вопрос, если я забираю компост, то черви, есть ли они в компосте, и сколько их здесь, и остаются ли черви, и куда я их деваю, и так дальше. Вот это вот самый интересный для вас вопрос. Смотрите, здесь компост. Покажи лопату. Видите, он такой просто земля, но это все капролиты. То есть такие просто мелкие-мелкие горошинки. Это капролиты червя, вот это и есть компост. Но черви очень умные, они, получается, в нижнем слое, когда вы только заложили компост, нижний слой самый влажный всегда, поэтому нижний слой больше всего перепревает. И за счет этого получается, что в первую очередь они съедают нижний слой. Когда они съедают нижний слой, они на дно ходят свои капролиты оставлять, то есть ходят в туалет. И они постоянно поднимаются выше, выше, выше. То есть когда они съели нижнюю часть, они поднимаются вверх, вверх. И сейчас основная масса червей, вот мы ее оставили. Да, видите, вот здесь вот вверху, где самая свежая еда. А нижняя часть полностью вся у нас без червей. Я выбираю сейчас нижнюю часть. У меня получается чистый биогумус, абсолютно без червей. А верхнюю часть я буду набирать отдельно и запускать червя туда, где мне это нужно. И если вы обратите внимание, в этом году у меня получилась такая ситуация, так как я землю вообще сюда не пересыпала, как положено это делать и нужно, то у меня получается вот достаточно большая часть с одной стороны, плюс я вообще не поливала, лето же было засушливое, сухое, поэтому значительная часть с этой стороны у меня как было вот сено, как я складывала, так оно лежит, видите, то есть без червя. Вот если биогумус, прошу прощения, то есть если делать компост, вот это вот у меня биогумус. А если делать просто компост, и вы его не переслаиваете и не поливаете, то спустя даже 4 года только он у вас приготовится. А я выбираю биогумус каждый год. То есть вот вам результат, если без червя, без полива, просто скидать кучей, какая у вас там есть органика, вот такой вот будет у вас результат. То есть нужно обязательно увлажнять, пересыпать грунтом, землей. И тогда у вас получится вот такое вот очень большое количество, такой вот прекрасный биогумус. Кстати, еще мне задавали вопрос, что этот биогумус, вы будете в него рассаду сажать? Ни в коем случае. Это не такой биогумус я набираю, который вы покупаете в магазине. Тот, который в магазине, его просушивают раз. Проливают перед этим водой, чтобы взять с него жидкость, и тот же самый, который продают жидкий биогумус или вермичай называется. То есть вам продают уже не такой насыщенный, как вот этот я беру. Если я вот эту вот органику, чистый биогумус, смотрите, какой он чистейший, прекраснейший. Если я в него посажу хоть какую-то семечку, оно взойдет и тут же сгорит. Это очень сильно концентрированный биогумус. Это чистый биогумус. Это не тот, который продают. Не сравнивайте. Этого биогумуса вот так вот литру можно взять на мешок земли, развести, и этого будет достаточно. Ни в коем случае рассаду я в него сажать не буду. Я, возможно, когда рассада уже у меня будет, нужно будет переваливать, если я это буду делать, потому что кто смотрел мои видео, в этом году я не перевалила абсолютно рассаду, я ее сразу с маленьких ячеек высаживала в теплицу. Вот, поэтому этот биогумус я могу добавить только при уже перевалке второй, когда уже рассада большая и небольшое количество. Нельзя этого биогумуса много добавлять. Это сильно-сильно концентрированное удобрение, полноценное, в котором абсолютно все микроэлементы, которые нужны для растений.
Сейчас хочу обойти на ту сторону, показать вам, что мы с той стороны взяли, и продолжу ответы на ваши вопросы. Вот это мой компостник. Вот я перевернула, где жидкость, специально не поливала, чтобы жидкости не было. Вот очередное ведро биогумуса. Мы очень много мешков сегодня, мешков 10, наверное, уже набрали и вынесли. Вот отсюда. Видите, что здесь творится? Вот там вот мой прекрасный помощник, благодарна ему, очень сильно, очень хорошо работает, мне помогает, Александр. Привет, передаю ему видео. Вот, он там все пока выбирает, вот досочки, видите, я вам в прошлом видео показывала, что я сюда ставлю. И вот так вот этот биогумус созрел, стенки тоже, вы помните, я не убираю, вот так их оставляю, смотрите, где он созрел, вот такие вот норки мы роем, в этом году у меня так получилось, потому что неравномерно складывала, не было прослоек грунта, ну, все то, что я вас учу, как это правильно делать. И, кстати, вот сверху, видите, где очень-очень много червей живет, вот в этом верху. Вот отсюда я буду набирать червей для того, чтобы запустить их сюда, в этот мой новый компостник. Я его уже потихоньку собираю, снимаю вам видео, буду показывать. Запускаю я червей сюда сразу же. Покажу вам, как это делать, как это можно правильно сделать и в какой сезон. После того, как у меня этот компост я заложила, я буду их запускать. В общем, покажу вам отдельное видео, как это возможно делать. Потому что, вы знаете, я неоднократно говорила, что червей запускать только спустя 2 месяца после того, как вы заложили компост, когда он уже усядется, утрамбуется и будет... уже пойдет там реакция, и температура, которая сложится, спустя 2 месяца начинает остывать, то есть холоднее становиться. Только тогда можно через запускать, чтобы они не сварились. Итак, продолжаю отвечать. И также, куда же деваются эти черви? Смотрите, у меня их здесь нет. Видите, все, мешки червей не набираю. Ну, может, где-то 1 или 2 попадется. Очень-очень небольшое количество получается. Все черви находятся вот вверху. И даже когда я вот эту полуперепревшую органику наберу необходимое мне количество вместе с червями, буду вам показывать, как это буду делать, даже тогда у меня здесь очень много червей останется. И все эти черви пойдут, вот все равно стенки, смотрите, видите, я же не забираю начисто, здесь все равно остается какая-то часть биогумуса. И вот это вот неперепревшее, я буду его ворошить и пересыпать немножко землей, и оно пойдет в реакцию, заработает, и оно уже такое, уже готовое, то есть оно уже, видите, такое практически разложенное, то есть только его намочить, и червь сразу же сюда пойдет и будет кушать. И вот эта вот органика, она не нагревается, нижняя, вот этот вот нижний слой, смотрите, который... Вот, сверху же у меня здесь полный компостник, да, и вот эта вот верхняя часть вся упадет на низ. И у нас получится будет половина компостника. Как я вам показывала, как я наполняла этот предыдущую часть компостника, так у нас же нижняя часть холодная остается. И в этой нижней части себе черви там продолжают развиваться и расти. У нас верхняя часть горячая, потому что мы сюда новую органику закладываем, переслаиваем, разогреваем ее, активируем, зажигаем, как вы пишете. То есть да, я зажила вот эту вот эту часть компостника. Вот я, кстати, руку беру. Если был мороз, было бы видно пар. Оно уже горячее. То есть сколько там, неделю назад я сюда это все закладывала. Точно так же будет здесь. Все черви останутся внизу, в холодной части, а верхняя часть опускается на низ и разогревается в той части, где новый компостник. Старый компостник такой и будет еле тепленький, и все. Поэтому не переживайте, что черви там, будет им жарко, и они куда-то убегут, и еще. Еще очень частый вопрос вы задаете. Но это будет отдельная тема, почему калифорнийские черви, почему нельзя запускать или старатели, или есть дендробены еще черви. Мне нравится красный калифорнийский, так как у него большая масса, он хорошо быстро размножается и он очень хорошо ест. Как
траву, как конский навоз, как самый обычный любой навоз, ему не важно, что кушать, он не перебирает, и старатель не перебирает, и красный калифорнийский червь, он очень и очень хорошо, как на разные кормы реагирует, так же и на температуру, тем более не забывайте, я вам неоднократно говорила, что в достаточном размере компостника никогда не бывает внутри минусовой температуры, здесь всегда положительная температура, поэтому мои черви работают всю зиму, и к весне я уже опять могу набирать этот биогумус, но вы знаете, что я его не набираю, потому что весной в основном я использую вот эту вот черную жидкость, которая вытекает, которую я называю черная нефть, и она бесценна просто. Поэтому я, в принципе, могла бы два раза в год набирать биогумус, но я его набираю раз в год осенью для, в принципе, весенних посадок своих растений. А весной использую вот это вот черное золото или нефть свой. Вот. Поэтому, если вам нравится старатели, запускайте старатели. Они, говорят, более выносливые, но красный калифорнийский червь не менее вынослив. Просто из-за того, что тот червь меньше, он, соответственно, меньше есть. То есть его должно быть больше того червя. Но оно, в принципе, так и выходит, что так как его меньше, так как червь сам меньше, он мельче. И его нужно больше. Из-за этого он кажется, что больше размножается, но его и запускать нужно больше. Это все. Ну, в общем, все черви хороши. Неважно, какой у вас будет червь. Главное, чтобы был червь и делал вам биогумус. Вот этот, который я неоднократно говорю, не равняйте этот биогумус с покупным, который вы покупаете в пакетиках. Это невозможно сравнить. Итак, используйте эту прекрасную методику. Обязательно пользуйтесь биогумусом. Потому что это самое лучшее удобрение, которое может быть в мире вообще. Задавайте вопросы, которые вас интересуют, волнуют. Пишите комментарии, обязательно пожелания. Все читаю, по возможности буду вам отвечать. И подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Много новой, интересной, необычной информации планирую вам показать. До новых встреч. Всем удачи, любви, счастья и хороших вам урожаев. До свидания.